Это 14-й по счету межнациональный турнир по мини-футболу за Кубок Дружбы Народов. В этом году в нем принимают участие 36 команд. Каждый играет по-своему, но добавляет в матч частичку идентичности своего народа. Право первого удара по мячу в этом году предоставили губернатору Алексею Русских. Но прежде чем передать пас, глава региона поприветствовал всех участников турнира и, пользуясь случаем, выразил свое отношение к футболу. Любовь к игре и сожаление, что на нее не хватает времени. Хочу вам сказать, что мини-футбол и футбол в целом – это мой любимый вид спорта. Я занимался им с детства, еще с дошкольного возраста и сейчас продолжаю, хотя, к сожалению, очень немного остается на это время. Я понимаю вас, друзья, тех, кто болеет этой болезнью, которая называется футбол. Это замечательно. А глава азербайджанской автономии в Ульяновске, в свою очередь, вспомнил, каким был самый первый турнир. Первый турнир был участника там 10-15 там команды, а сегодняшний день 36 команды. Я даже помню, что когда этот турнир начали, у меня было тогда 38 лет, я был очень молодым. Турнир прошел в ФОКе «Новое поколение». Спортивный зал разделили на две части. Кто-то из футбольных команд национальных автономий, а также иностранных студентов играл на малом поле, кто-то на большом. Свою команду выставило и правительство Ульяновской области. Они сыграли с ребятами из Африки. Счет 4-2 в пользу первых. Но студенты из Нигерии не расстраиваются. Конечно, мы любим футбол. И футбол для нас – это вдохновление душа. И мы участвуем здесь, чтобы представить наше фланг, наше государство и насладиться моментом с остальными ребятами из других стран. Гости из Египта участвуют в турнире первый раз и также не теряют оптимизма. Наша команда это первый раз не приглашает на этот праздник. Мы рады очень, который мы увидеть это вообще первый раз у нас. Тоже я хочу сказать спасибо для всех людей, которые так сделали это. Прикольно вообще, очень классно. А команда из Вьетнама борется за кубок уже несколько лет подряд. Первая встреча на поле в этом году с футболистами из Азербайджана. Мы два раза в неделю играем. Да, поддерживаем футбол. Уже 6-7 лет так вот. По итогам турнира Кубок Дружбы Народов достался Международной ассоциации исламского бизнеса. Второе место взяла команда из Казани. Третье – футболисты из Авиационного института. Рената Люлова, Юрий Ломатов, Ул-Правда ТВ.